Я отдам устройство Изабель, она отдаст его Джону, а он придет и убьет меня. Я предпочитаю быть живым мертвецом. Но оно будет бесполезным, Бо не может снять его силу. Я ей не доверяю. Я могу снять оригинальное заклинание. Джон и Изабель никогда не узнают. Нет, нет, я освобожу Джереми по-своему. Правда? Как ты это сделаешь, а? Потому что Изабель вампир, и Джереми может умереть в ту секунду, когда ты войдешь в дверь. А ты вообще способна на это? Только без обид. Ты не Эмили Беннет. Эмили знала, что делает. Я тренировалась. Это не фортепиано, милочка. Твоя любимая книга? Что? Назови книгу. Любую книгу. Название книги. Как насчет «Зов предков» Джека Лондона? Джек Лондон? Отличный фокус. Мы сделаем это, Дэймон. И мы сделаем это по-моему. А сейчас дай мне устройство. Мы тратим время. Я тебе не верю. Я пытался убить тебя. Ты прав. Мне нельзя доверять. Но ты можешь доверять мне. Спасибо.